А теперь от драматургии к реальности. 269 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске плюс 111, Кандалакшском районе плюс 35 и Североморске плюс 30. Напомним, что во всех регионах страны действует масочный режим, и Мурманск не исключение. У нас также запрещены массовые развлекательные мероприятия. Точки общепита работают только до 23. За нарушение правил санитарной безопасности в том числе штрафуют.